Перед вами плетеный шнур Aqua Brilliant. Он бывает в двух цветах, зеленый и черный. Размотка 25 метров и в разных диаметрах и разрывной нагрузки. Ну вот, прибыл на точку свою любимую. Сейчас будем пробовать. Народу, как обычно, масса. Плетенка у меня от Aqua Brilliant. Единица. Решил потоньше все-таки привязать. Что ты меня так пугаешь? Забавно. Первая поклевочка. Есть. А вот и первый. С корешки вытряс. Придавил. Маленький. Ну да чего же, красивое чудо. Ой, красавчик. Пока. Есть. Ну давай, заходи, заходи. Ты такой. И все, стрел. Давай, давай, заходи. Тьфу, блин. Мелочь. Малек, чё ж ты так неаккуратно? Давай. Уйви. Давай, 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 пока. Ну, первый мой налим. Не крупный, но все же. Есть. Вот очередной. На миногу взял. Ну как ударил, а? Уже второй с одной лунки. Ну зато уже крупнее. Укрупняемся. Прикольно. Класс. Снова туда же. Пока. Есть. Да ладно. Такой же. А нет, чуть-чуть поменьше. Смотрите, я впервые, кстати, вижу на судочках пиявки. Уйви. Смотри, минога работает. Атака. О! О! Заработало! Зажевал. Долго вытряхивал. Ух ты! Обалдел, что ли? Вот это окунь. О! Да, отпускаем. Вот, все-таки как красивенький. Ну, видишь, какой он. О, есть! Снова! Офигеть! Что делаешь? О! Пипец, блин! Все крупнее и крупнее. Ладно, будем заканчивать рыбалку. Я надеялся, что здесь будет поглубже, но глубина, блин, 1,5 метра максимум. А так бы была бы глубина где-то по 3 метра, я думаю, было бы повеселее.
уже уверен будет судак бы здесь стоял. Ну а так, что имеем, то имеем. Окунек мелкий, судачки тоже мелкие, и налимчик тоже мелкий. Там главное сегодня поймали и рыбу повидали, что довольно приятно. Что за судачком поохотитесь? Надеюсь, поймаю крупного.